Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова. Кто не подписался на канал, подписываемся. А я продолжаю делиться с вами информацией, как всегда. Значит, не так давно я зашла в такой вот проект инвестиционный, где нам при регистрации дается бонус $1, называется BitZone. Значит, заглушка здесь на вывод $1. Я, естественно, закинула сюда доллар, зачем я тогда и заходила. Вот, и у меня уже на балансе 25 центов, и я хочу проверить этот проект на вывод. Я, если честно, про него благополучно забыла, пока мне не пошли опять приглашения, и опять все нахваливают, так вот, что не информация, все вот нахваливают этот проект. Ну, естественно, надо же проверить. Вот у меня, значит, давайте так, мои инвестиции. Вот один бонус у меня в работе, и $1 я закинула. Вот мои две инвестиции. Вот. Ну что, так, вывести. Так, я еще ничего не выводила. Вот первый раз PR. Так, значит, ну что, 0.25. Так, уже стоит. Подать заявку. Так, ваша заявка отправлена в обработку. Перевод успешно завершен. Но у меня пройдет, скорее всего, что мимо почты. Это надо будет... Ох ты, и на почту пришло. Быстро, значит, проект платит. Давайте тогда, я уже кошелек открыла. Думала, что мимо почты. Да, смотрите, 1 цент сняли комиссию. Комментарий BitZone, и правда платит. Ну, хорошо тогда. Вот, ну что. Ну, здесь вот статистика вот идет у меня. Мои начисления. Далее здесь вот пополнить, как я уже сказала, здесь заглушка в доллар. Вот, чтобы все на халяву сильно уже не работали. Вот история пополнений. Я закинула сюда $1, потому что без вот этого минимального пополнения вывести не дадут. Ну, вывод я показала. Здесь инвестировать. Как вот я вот этот у меня стандарт. Вот он, стандарт. Ну, все у меня тут уже перепутано. Но вот стандарт там, вот он, под 1,2%. Сюда стандарт, сумму прописываешь и открыть депозит. Далее, партнерская программа, где ссылочка. Так, настройки, там я прописывала вроде бы. Да, я прописала платежные реквизиты, новости, ну и создать тикеты, это... Если возникнут вопросы в службу поддержки. Ну что, на этом буду заканчивать. Проект платит. Вот, я довольна. Всем удачи. До новых встреч.